Ну, а я с удовольствием представляю Александра Казанкова, без одной буквы, аспиранта Института этнологии. А что там за была работа, защищающая звание аспиранта этого института? Ну как, нужно собирать материалы там о поведении бушменов, аборигенов Австралии, чукчей. В основном по литературе, но иногда ездили там на Чукотку или в Сибирь. И нужно обобщать и смотреть, как люди приспосабливались к тяжелой жизни в доисторические времена. Вот. Вот так. А чем они отличны от нас с вами? Ну, например, там, скажем, чукчи конкретно. Вот чукчи может разводить костер под дождем. Конкретно? Да. А у них и дождь бывает? Ну еще какой? Летом, естественно. Между прочим, зимой я там не был, там холодно. Ну, летом как? Летом то холодно, то тепло. Молодцы какие. Вот, я еще хотел, можно добавить? Да. Насчет аспирантуры просто. У меня хороший образовался рекорд. Я, значит, там дважды учился. И дважды не защитился в Институте этнологии. Это как бы рекорд. Ну вот все. Такие дела. Ну, может, другую сыграем песню? Frankie was a good woman. Everybody knows. She spent $100 for every suit of Elvis' clothes. She loved that man, but he done her wrong. She loved that man, but he done her wrong. She went down to the bar, called for a bottle of beer. She said to the bartender, has my loving man been here? He's my man, no baby, but he's doing me wrong. He's my man, but he's doing me wrong. I'll tell you something about the bartender. He likes sheep, but don't tell him nothing. Somebody's going to come along and have a sweet talking now. He said, I ain't gonna tell you no stories, gonna tell you no lies. Everyone see about an hour ago with a woman in nearly fly. He's a man, that's the baby, but he's doing you wrong. Now he's a man, but he's doing you wrong. That's a thing that's going. Народная песня.